Всем привет! Сегодня среда, 1 августа. К сожалению, последний месяц лета у нас начался, да, жалко, не первый. И вот смотрите, ребята, прямое подтверждение истины. Если дельфины резвятся с людьми у берега, это означает только одно, что перед надвигающимся штормом рыба идет к берегу, дельфины, соответственно, за едой. Вот все это длится день-два. И потом все уходят, ну, наверное, на глубину куда-то. Вот. И мы в результате получаем на набережной шторм. Или его начало. С вечера начался такой уже шум. Очень слышно было. И вот утром, пожалуйста. Вопрос, конечно, уже такой, купаться или не купаться. Даже если, ну, зайдешь и выйдешь, в принципе, да, по камням сможешь, то вода, конечно, уже не очень чистая. Может быть, с лесенки вот можно с пирса слезть, поплавать, забраться. Вот такая погода. Приехали в воскресенье, в среду уже, вот. Идеальное море было недолго. Пойду наверх, из-за пирса не видно, как солнышко входит. Смотрите, как здорово, на небе луна. Ну, практически до ног. Вот такой пансионат, ну, вдоль всей вот этой вот набережной с фонариками, не видно за деревьями. Там есть лесенки, к которым поднимаешься, ну, кому по какой удобно, к своим домикам, срубам, мини-корпусочкам. Вот такая красивая набережная. То есть везде по вот левой сторону, там вот есть лесенки наверх. Кардио-тренировка.